проедет прямо через него и посмотрите, видно Адайбу со стороны Радужного моста. Как говорил, светофоры долго горят.
знаменитый Tokyo Big Sight, где проходят всевозможные выставки, шоу и тому подобное, в том числе и там Комикет проходит, там и косплей шоу проходит. То есть здесь в основном и как раз собираются вот все анимешники и все остальные, то есть вот в этих вот треугольниках перевернутых, да. В общем, пирамидках, да, точнее, пирамидах, да. Сейчас я еду вот на левую сторону, там немного тоже вот проеду, покажу, какие интересные там места есть. В принципе, я уже скоро приеду сейчас, поэтому недолго. Стараюсь снять для вас.